Завершилось расследование по факту отравления суррогатным алкоголем в Чувашии. Несколько лет назад от напитка, разлитого в тару с известными этикетками, погибли трое человек. Следователи СУСКР России по Чувашии установили, что в 2013-15 годах злоумышленники продавали суррогатный алкоголь под видом элитных напитков известных мировых производителей. Стоимость одной такой литровой бутылки составляла от 50 до 120 рублей. Такую стоимость лжепродавцы объясняли тем, что якобы алкоголь произведен с соблюдением технологического процесса на легальных заводах, но выведен оттуда неофициально. Указанная спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, поскольку содержала в своем составе в качестве основных компонентов метанол, ацетон, а также другие токсичные микропримеси. В частности, концентрация этанола в спиртосодержащей жидкости, после употребления которой скончались двое молодых людей, превышала содержание этанола в ней почти в 8 раз. Материалы уголовного дела в отношении лиц, которые сбывали этот контрафактный алкоголь обвиняемым на территории Московской области, выделенное в отдельное производство. Причастность обвиняемых к инкриминируемым им деяниям подтверждается заключениями более чем 150 проведенных по уголовному делу судебных экспертиз, показаниями более чем 200 свидетелей. Также в ходе расследования уголовного дела проведено 26 обысков, в ходе которых было обнаружено и изъято свыше 53 тысяч бутылок с контрафактным алкоголем. Приговор в отношении лиц, сбывавших указанный контрафактный алкоголь, будет вынесен в ближайшее время.